В России обсуждается вопрос уменьшения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Инициатива поступила из мэрии Москвы. Однако экспертное сообщество и политические силы выступили против. Они считают, что подобные решения нельзя принимать без экспертных обсуждений и изучения мнения жителей. Такой допуск ранее был установлен, чтобы нивелировать возможную погрешность измерения в показаниях спидометров и оптимизировать транспортные потоки. Журналисты телеканала «Сургут-24» тем временем спросили наших автолюбителей, что они думают об идее снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Я не согласен с этим. Почему? Потому что уже за рулем 40 лет, 20, не считаю, что это много. Вот. Мы не то, что любители быстрой езды, но 20 – это нормально. Мы уже опытные водители, 20, вот где знак 40, я еду 60, что это много, что нормально. Это лучше будет, с одной стороны. Потому что если уже 40, уже 60-70 труд не считается. Я считаю, что это, ну как, что 10, что 20, то нарушает, будет нарушать. Так что мне кажется, это не изменит ничего. А 10 этого недостаточно, у нас увеличатся штрафы. Они увеличатся у водителей, тем самым, я не знаю, может быть, и как бы дисциплина на дорогах будет более такая жесткая, но с другой стороны, техника, она все равно дает о себе знать, потому что не всегда можно надеяться на показания спидометра.